Самая лучшая косметика природная. Она полезна как для кожи, так и для организма в целом. Ее всегда изготавливали своими руками. Именно этим мы и будем заниматься, постигая секреты красоты и здоровья. Добро пожаловать на программу «Природная косметика». Сегодня мы поговорим о яичной маске. Яйца издавна используются в косметике, потому что в них содержится больше всего питательных веществ, которые лучше всего, оказывается, действуют на нашу кожу и, естественно, на организм. Поэтому яйца очень часто применяют. И мы с вами как раз делаем такую яичную маску. Для этого мы берем с вами свежее яйцо. Опа! Разбиваем его. Берем и белок, и желток. Ничего не выбрасываем. Взбиваем его хорошенечко. Так, взбиваем. Вот. Чем лучше взобьем белок и желток, тем будет лучше. Как только у нас становится жидкость из желтой белой, это говорит о том, что процесс у нас окончен. Ну, я так взбиваю. Значит, что здесь имеется? Естественно, белки, которые нужны нашей коже. Причем белки полноценные. Кстати, самый полноценный и лучший белок – это белок куриного яйца. Вот. Поэтому он будет сразу у нас встраиваться, работать. Более того, когда белки высыхают, они способствуют тому, что начинают стягиваться, и тем самым все, что у нас было дряблое, начинает вызывать своеобразный лифтинг-эффект. Поэтому еще разок помешали и приступаем непосредственно к самой процедуре. Процедуру я покажу на руке. Делается она и на лицо, и на руку. Значит, мы берем ватный тампон, но если тампона нету, мы с вами просто-напросто берем. Это делаем руками, ручками. Наносим один слой. Нанесли один слой. И оставляем. Оставили. Пусть она подсыхает. И вот как только она начинает подсыхать, кожа начинает подтягиваться, мы наносим следующий слой. Вот. Белки работают. Они входят через кожу в наш организм. Подпитывают все слои кожи. Подтягивают ее. Все, что не дошло у нас при неполноценном питании снаружи, изнутри до наружи, мы вводим наоборот, снаружи внутрь. Подождали. Вот. Кстати, при этом думайте о хорошем. Вот. Вот как только вы почувствовали, что кожа начинает стягиваться, видите, она стала такая блестящая. Наносите второй слой на кожу. Второй слой также не спеша, с любовью нанесли и подождали. А в это время вы слушаете приятную музыку, расслабляетесь и принимаете эту процедуру. Я заодно и ладошку смажу. Вот. Кстати, ни один крем не может сравниться по своей эффективности с вот этой смесью, которую мы сейчас наносим на нашу кожу. Почему? Да потому что ферменты, которые здесь содержатся, они пропадут, ну, буквально-таки там в течение, допустим, 10-12 часов просто-напросто пропадут. А крем у нас хранится может и месяц, и два. Представляете, сколько консервантов находится в нашей коже, когда мы используем такие крема. А потом удивляемся, а почему у нас аллергии, а почему у нас еще какие-то там проблемы возникают. И, кстати, когда вы пробуете даже косметику
природную, которую я вам рекомендую, сначала вот так вот нанесите себе на ручку смесь. И посмотрите, не будет ли у вас аллергии, какого-то раздражения. Если все нормально, тогда смело используйте эту процедуру. Итак, после такого, как подсохло еще больше, знаете, такая приятная перчаточка, одетая на руку. Наносите третий слой. Вот, наносите третий слой. И также ждете. Как все у вас опять высохнет, вы все это можете смыть теплой водой без смыла. Можно еще сделать другую маску. Для этого мы с вами добавим 1 столовую ложечку сливок. Эта маска особенно подойдет для рук и для лица, для тех, у кого кожа особенно сохнет. Поэтому мы с вами размешиваем. Все это размешали. Добавили жирности в нашу смесь. И начинаем все это делать на другую руку также. Наносим. Очень полезно это делать, конечно, зимой. Кстати, в домах надо и в квартирах вставить увлажнители воздуха, чтобы организм не так сушило от отопления, которое находится в квартирах и в домах. Вот. Видите, вся процедура у нас занимает примерно минут 5, а то может и 10. Очень приятно, очень хорошее. И, кстати, вот масло, которое или жир, который находится в сливках, который находится и в яичном желтке, имеется он. Ну, а тем более, если уж масло какое-нибудь мы используем с вами, он очень успокаивает. Вот та негативная энергия, которая у нас здесь имеется, сейчас будет связана вот этим вот слоем белка, слоем жира. И после этого мы просто-напросто ее смоем и очистим себя от негативной энергии, а заодно нашу кожу сделаем более приятной и бархатистой. И помните, больше всего на коже именно пальцев рук у нас идет переключение различных энергетических каналов. И если кожа сухая, то, понимаете, проводник не работает или работает очень слабо. Поэтому у нас только из-за того, что кожа сухая, черствая, могут страдать внутренние органы. Нету полноценного переключения с одного меридиана на другой. А как только мы с вами это все делаем, проводимость энергии восстанавливается через кожу рук, через меридианы, которые здесь как раз у нас переключаются. И восстанавливается работа внутренних органов. Вот так природная косметика может способствовать оздоровлению вашего организма. Итак, после всего этого мы с вами смываем. Вот, тепленькой водичкой. Смываем. И промокаем. Берем полотенчик. Все это мы с вами промокаем. Смотрим на кожу наших рук и радуемся тому успеху, который дает нам эта процедура. Вот как можно получать простые радости, когда вы чем-то обделены. Больше занимайтесь собой. Доброго вам здоровья и прекрасной кожи! Помните, то, что полезно для вас, полезно для вашей кожи. Отдавайте предпочтение природной косметике, приготовленной своими руками, с любовью к самому себе. А мы вам в этом будем помогать. Вы смотрели программу «Природная косметика». До новых встреч!